asked me to have a Sankirtan meeting, so we will, if you have questions about Sankirtan, then write them down now and bring them here on paper. И сегодня у нас будет вопросы, нужно будет задавать по Санкиртане, и поэтому, если у кого-то есть вопросы, они должны записать вопросы о Санкиртане сейчас во время лекции на бумаге и передать сюда. Наверняка вы знаете, что скоро будет марафон Шрилы Прабхупады. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, или другие вопросы о распространении книг. То есть нужны вопросы именно о распространении книг. Write them down now. Поэтому, пожалуйста, сейчас и запишите все эти вопросы. I will read one verse now from the Bhagavatam from Chaitanya Charitamrita. А сейчас я прочитаю один стих из Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. Shrimam krina samsmarayam sa chintayam Namani rupani ca mangalani te Kriyasu yastvach charanara vindayon Avishta chetana bhavaya kalpate. Even while engaged in various activities, даже в то время, как занимаюсь различной деятельностью, devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet, преданные, чьи умы полностью поглощены твоими лотосными стопами, and who constantly hear, chant, and contemplate and cause others to remember your transcendental names and forms, и которые постоянно воспевают, слушают и побуждают других слушать твои, о твоих трансцендентных деяниях. Hear, chant, contemplate and cause others. То есть слушают, воспевают, размышляют и побуждают других слушать об этих деяниях. Побуждают других помнить твои трансцендентные имена и формы. Are always on the transcendental platform. Такие преданные всегда находятся на трансцендентном уровне. And thus they can understand the supreme personality of Godhead. И поэтому они могут понять верховную личность Бога. Even while engaged in various activities, devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet, and who constantly hear, chant, contemplate, and cause others to remember your transcendental names and forms, are always on the transcendental platform, and thus they can understand you as you are. So that I only read one part of the purport. Я прочитаю только одну часть комментария. The word kriyashu means by manual labor or by work. Слово kriyashu значит с помощью работы. Kriyashu. Kriyashu. The word kriyashu is the meaning. The meaning of it is by manual labor or by work. То есть она означает, что с помощью какой-то работы что-то выполняется. This is important in this verse. И это слово очень важно в этом стихе. One should engage in practical service to the Lord. Необходимо заниматься каким-то практическим служением Господу. In our Krishna consciousness movement, all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. В нашем движении сознания Кришны вся наша деятельность сосредоточена на распространении книг сознания Кришны. This is very important. И это очень важно. And may approach any person and induce him to read Krishna literature, so that in the future he also may become a devotee. Мы можем подойти и обратиться к каждому и побудить его приобрести и читать эти книги о Кришне, и таким образом в будущем он тоже сможет стать преданным. Such activities are recommended in this verse. В этом стихе рекомендуется именно такая деятельность. Kriyasu yachvach charanara vindayo. Such activities will always remind the devotees of the Lord's lotus feet. Такая деятельность всегда будет напоминать преданным о лотосных стопах Господа. By fully concentrating on distributing books for Krishna, one is fully absorbed in Krishna. This is samadhi. И полностью поглотившись распространением книг о Кришне, человек постоянно помнит о Кришне, и это и называется самадхи. So Lord Chaitanya is the inaugurator of the Sankirtan movement. Итак, Господь Чайтанья
Он основал это движение Санкиртаны. Его описывают как трансцендентного садовника. То есть существует дерево и существует садовник. And all the devotees are the different parts of the tree. И все преданные являются различными частями этого дерева. So, and Lord Chaitanya instructs everyone to distribute this Krishna consciousness movement all over the world. И Господь Чайтанья наставляет каждого распространять это движение сознания Кришны по всему миру. Let the people eat these roots and ultimately become free from all the age of death. Пусть люди вкушают эти плоды и в конечном счете освобождаются от рождения и смерти. Krishna consciousness movement introduced by Lord Chaitanya is extremely important. Движение сознания Кришны, которое основал Господь Чайтанья, очень важно. Because one who takes to it becomes eternal. Потому что тот, кто присоединяется к этому движению, обретает вечность. Being freed from birth, death, and old age. Освободившись от рождения, смерти, старости и болезни. People do not recognize that the real distresses in life are the four principles of birth, death, old age, and disease. Люди не понимают, что истинное страдание жизни – это рождение, смерть, старость и болезни. They are so foolish that they resign themselves to these four miseries. Они настолько глупы, что они сами себя обрекли на эти страдания. Not knowing the transcendental remedy of the Hare Krishna Mahamantra. Не зная о трансцендентном лекарстве Hare Krishna Mahamantra. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from all misery. Просто воспевая Hare Krishna Mahamantra, человек может освободиться от всех страданий. But because they are enchanted by the illusory energy. Но очарованные иллюзорной энергией. People do not take this movement seriously. Люди не принимают серьезно этого движения. Therefore, those who are actually servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu must seriously distribute this movement. Поэтому all over the world. Истинные слуги Чайтаньи Махапрабху должны очень серьезно отнестись к распространению этого движения по всему миру. To render the greatest benefit in human society. Для того, чтобы принести величайшее благо человеческому обществу. Of course, animals and other lower species are not capable for understanding this movement. Конечно, животные и другие низшие формы жизни не способны понять этого движения. But if even a small number of living beings take it seriously by their chanting loudly, all living entities, including even the trees, animals, and other lower species, will be benefited. Но если даже небольшая часть живых существ примут это движение серьезно и будут очень громко воспевать эту мантру, то тогда все другие живые существа, включая деревья и другие низшие формы, они также получат благо. Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired from Haridas Thakur how he was to benefit living entities other than humans. Господь Чайтанья спросил Харидас Такура, когда он спросил его, как можно, как могут получить благо другие живые существа помимо людей. Sri Haridas Thakur replied that the Hare Krishna Mahamantra is so potent that if it is chanted loudly, everyone will benefit, including the lower species of life. И на это Харидас Такур ответил, что Харе Кришна мантра обладает таким могуществом, что если ее громко воспевать, то все, кто ее слышит, они получат благо, даже если это деревья или какие-то такие низшие формы жизни. Господь Чайтанья продолжает. Если эти плоды будут распространяться по всему миру, моя репутация как благочестивой личности распространится повсюду. And thus all people will glorify my name with great pleasure. И тогда все люди будут с великим наслаждением прославлять мое имя. One who has taken his birth as a human being in Bharatavarsha. Тот, кто принял человеческое рождение на земле Бхаратаваша. Should make his life successful to work for the benefit of all other people. Должен обрести успех в жизни, занимаясь деятельностью на благо всех людей. It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others. Обязанностью каждого является заниматься благотворительной деятельностью на благо всех живых существ. With his life, своей жизнью, wealth, богатством, intelligence, разумом and words. И словами. By his work, thoughts and words. Своей работой, мыслями и... By his work, thoughts and words.
То есть своими словами, деятельностью и мыслями. An intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and in the next. Разумный человек должен заниматься деятельностью, которая принесет благо всем живым существам в этой жизни и в следующей. Lord Chaitanya thought. Господь Чайтанья подумал. I'm merely a gardener. Я просто садовник. I have neither a kingdom nor very great riches. У меня нет ни царства, ни больших богатств. I simply have some fruits and flowers that I wish to utilize to achieve piety in my life. У меня просто есть немного плодов и листьев, которые я хотел бы использовать так, чтобы я стал благочестивой личностью. Although I'm acting as a gardener, хотя я действую как простой садовник, I also want to be the tree. Я также хочу быть деревом, thus I can bestow benefit upon all. Чтобы я мог даровать благо всем. Just see how these trees are maintaining every living entity. Только посмотрите, как эти деревья, они поддерживают все живые существа. That are successful. Их рождение достигло успеха. Their behavior is just like that of great personalities. Они ведут себя как великие личности. For anyone who asks anything from a tree never goes away disappointed. Любой, кто не попросил бы у дерева, чего он хочет, никогда не уходит разочарованным. Was quoted by Lord Krishna. Это his friends. Цитата была приведена Господом Кришной своим друзьям. Quote from Shrimad Bhagavatam. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Lord Chaitanya continues. Господь Чайтанья продолжает. The descendants of the tree, the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, were very glad. No, this is actually Krishna's Kaviraj explaining them. The descendants of the tree, the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, were very glad to receive this order directed from the Lord. Это Кришнадас Кавираж Госвами говорит. То есть он говорит, что все последователи Господа Чайтаньи были очень рады получить этот приказ непосредственно от самого Господа Чайтаньи. The fruit of love of God is so tasteful that wherever a devotee distributes it, those who relish the fruit anywhere in the world immediately become intoxicated. Плод любви к Богу настолько обладает таким поразительным вкусом, что любой, кто ощущает этот вкус, сразу же чувствует опьянение. The fruit of love of God had distributed by Sri Chaitanya Mahaprabhu is such a great intoxicant that anyone who eats it. Плод любви к Богу такое великое средство, то есть чтобы человек почувствовал опьянение, что любой, кто вкушает этот плод. That anyone who eats it, filling his belly. И ощущает его вкус или запах. Immediately becomes maddened by it. Немедленно обезумевает от этого вкуса. And automatically he chants, dances, laughs and enjoys. И начинает воспевать, танцевать и наслаждаться. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great gardener, sees that people are chanting. Когда Господь Чайтанья Махапрабху, великий садовник, видит, как люди воспевают. Dancing and laughing. Танцуют и смеются. Then he smiles with great pleasure. Он улыбается с великим удовольствием. So in this way, the great gardener, Lord Chaitanya, personally eats this fruit. Так Господь Чайтанья сам лично вкушает эти плоды. And as a result, he constantly chants and dances and reveals great symptoms of ecstasy. Из-за этого он воспевает, поет, танцует и ощущает экстатические, все признаки экстаза. So, is a some nice descriptions of the Shastra. Здесь приводится прекрасное описание из Шастры. So Lord Chaitanya was constantly absorbed. Господь Чайтанья постоянно был поглощен. Absorbed in Sankirtan. Sankirtane. And he also ordered his devotees to do the same. И он приказал своим преданным делать то же самое. Actually, marathon means more absorption than otherwise. На самом деле марафон значит, что в это время мы должны поглотиться этим служением больше, чем во все остальное время. Everyone performs his duty under the year, during the year. Все занимаются каким-то своим служением в течение года. But then, 2-3 times in the year we have some, we have to make some special endeavor. Но 2-3 раза в год мы должны приложить какие-то особые усилия.
endeavor to distribute as many books as possible. Для того, чтобы распространить настолько много книг, насколько возможно. In a proper way. И сделать это правильным образом. Without cheating. Без обмана. Otherwise, if you just distribute many, and so many people will become cheated and burn out, then it will not be beneficial. Иначе, если вы распространяете с помощью обмана и распространяете очень много, то очень много людей будут так выжжены, и то есть блага от этого большого не будет. After all, we don't want to distribute books just for the numbers. В конце концов, мы распространяем книги не просто ради каких-то чисел. Srila Prabhupada was certainly pleased with numbers, but he also was pleased if somebody of those books were read by the people and that they became devotees, or at least appreciated the books and the devotees. Srila Prabhupada, конечно же, был рад слышать о большом, высоком распространении книг, о больших, что много книг распространяется. Но он также был рад слышать, что эти люди читают книги, становятся преданными или хотя бы просто начинают ценить это движение. So after all, we should understand that distribute the books for the benefit of the people. Мы должны понять, что распространяемые книги эти для блага этих людей. Naturally, those who distribute the books also become benefited. И те, кто распространяет книги, они тоже получают благо. Everyone can become purified. Все очищаются. The one who distributes the books becomes purified. Тот, кто распространяет книги, очищается. If he's doing it properly, in the proper consciousness. Если он делает это в правильном сознании. Then the person who receives the book is purified. Человек, который получает книги, тоже очищается. If the person who received the book gives the book to somebody else, then he and others will become purified. Если этот человек, купивший книгу, дает ее еще кому-то, своим друзьям, допустим, то он тоже очищается, и они тоже очищаются. The place the book distribution is taking place is purified. И место, в котором происходит распространение книг, оно тоже также очищается. So this is supreme purification through sankirtan. Таким образом, это самое высшее очищение через совершение санкхитана. Это ягья, это sacrifice. Это ягья, это приношение. So sacrifice has to be performed, with a proper mood, proper consciousness. И санкхитан нужно выполнять в должном настроении, в правильном сознании. Like you come here to initiation, for initiation there's also you all take part in, those who become initiated always take part in the sacrifice. Как здесь, допустим, когда мы приходим на инициацию, то мы все, кто принимают участие в инициации, everybody's in a proper mood. Они находятся в правильном настроении. It's very humble. Они очень смиренны. And he's in very good consciousness. И они находятся в очень хорошем сознании. One actually should always have the same consciousness as we had during the initiation days. В действительности, у нас всегда должно быть такое сознание, которое мы имеем в дни, когда получаем инициацию. Not just become initiated and then forget everything. Не просто получить инициацию и забыть обо всем после этого. And go down again to the lower consciousness. Опять опуститься в более низком уровне сознания. Not that the initiation day is the highest stage of consciousness, Krishna consciousness. А не так, что дни инициации это дни, когда у нас сознание Кришны на самом высоком уровне находится. No, that should just be the start, to go higher. Нет, это должно быть просто началом, чтобы подняться на еще более высокий уровень. That's actually a day where we should make the promise, to become more sincere. В действительности, это тот день, когда мы должны обещать, что мы станем более искренними. More sincere for the execution of the order of the spiritual master. Более искренними в выполнении приказа духовного учителя. And also spreading his mission. И распространение его миссии. Spiritual master means he gives us a mission. Духовный учитель дает нам миссию. And the disciple means to execute the mission. А ученик предназначение ученика выполнять эту миссию. By all means, even if he maybe doesn't like it. Всеми средствами, даже если ученику это не нравится. Even if it's cold or hot. Даже если холодно или жарко. Or so many people already have books. И даже если очень много людей уже имеют книги. Or people maybe don't certain places they don't want. Или может в каких-то местах люди не хотят их покупать. In certain places maybe the people are burned out because of the devotees made last time. Okay, try to give them books because they were attached. Или в прошлый раз
в некоторых местах бывает так, что в прошлый раз, когда эти люди встретили преданных, поскольку преданный был очень привязан, то эти люди выжились, то есть у них плохое отношение. So sincere devotee, he will somehow or other go out and try to execute the order of the Spirited Master, to meet as many people as possible and give them as many books as possible. Но искренний ученик будет продолжать выходить и исполнять приказ духовного учителя, встречаться как можно большим количеством людей и давать им как можно больше книг. So we should learn the art, know how to distribute books without agitating the people. Поэтому мы должны научиться искусству, как распространять книги, не раздражая людей. That the people will appreciate the devotees. Чтобы люди начинали ценить и хорошо относиться к преданным. And actually become sympathetic to Krishna consciousness movement. Чтобы у них развивалась симпатия по отношению к движению сознания Кришны. This is known as favorable sankirtan or dissolution. Это и называется, то есть, благоприятная санкхиртана. Without false motivation. Которая лишена каких-то ложных мотиваций. And if you meet somebody who already has a book, but he feels cheated or not very good, if he's angry towards you. Если вы встречаете кого-то, кто получил книги обманом, и он гневается на вас. Then you should speak with him. Вы должны поговорить с ним. In a humble way and ask him why what's the problem. Вы должны быть очень смиренны и спросить, в чем проблема. Try to solve it. И попытаться разрешить эту проблему. Excuse yourself. Извиниться перед этим человеком. That devotee, за это name of that devotee who cheated him maybe last time. То есть необходимо извиниться перед этим человеком за того преданного, который в прошлый раз, возможно, обманул этого человека. Give him some prasadam. Дать ему prasadam. Just be friendly with them. И быть очень дружелюбным. So then every book what we distribute will, and every person they meet will be a success. In this way, if we have proper attitude to that people. Если мы будем правильно иметь настроение, правильный подход к людям, то каждый человек и каждая книга она будет достигать успеха. We're not greedy to exploit the people. Мы не должны быть жадными, чтобы эксплуатировать людей. So we should see them as also as devotees. Мы должны также видеть в них преданных. Give them an opportunity to that they can remember Krishna again. И мы должны предоставить им возможность, чтобы они смогли снова вспомнить о Кришне. See them like a plant, taking nicely care for them till the plant is as a nice flower and nice fruits, then we can offer it to Lord Chaitanya or Sri Sigonitai. То есть мы должны видеть этих людей как растения, то есть как маленькие растения, должны очень аккуратно ухаживать за ними. И когда на этих растениях появятся цветы, мы сможем предложить их Господу Чайтанье. So everyone, even now, can distribute books if he is sincere. Поэтому даже сейчас, если человек искренний, он может распространять книги. Should have a sincere, honest desire. У нас должно быть искреннее, честное желание. Pleasing spiritual master and also helping the conditioned souls to revive their Krishna consciousness again. Удовлетворить духовного учителя и помочь обусловленным душам возродить свое сознание Кришны. And offer this body as a sacrifice. Мы должны предложить это тело как жертву. Sacrificial arena is the street or the Sankirtan field, the Prabhupada Desh. И арена жертвоприношения является Prabhupada Desh, то есть это место, где вы совершаете санкхиртану. Или улица. Body we should offer in it. И мы должны предложить свое тело в это время жертвоприношения. Our mind and our words. И также мы должны предложить свои слова и свою our intelligence. И наш разум. These four things we should offer as an oblation in the sankirtan sacrifice. То есть эти четыре вещи мы должны предложить в качестве жертвы в это в этот огонь санкхиртана. Then we will become blissful. И тогда мы обретем блаженство. And purified. И очистимся. Sankirtana is especially important for the devotees also. Санкхиртана также очень важна для самих преданных. Our own purification. Для нашего собственного очищения. And develop some feeling or relationship with other spirit souls.
Это поможет нам развить какие-то чувства и взаимоотношения к другим душам. Krishna is saying that those who are seeing me in all living entities on everywhere, and they are very, very dear to me. Кришна говорит, что тот, кто видит меня во всех живых существах и повсюду, очень-очень дорог мне. Even if you don't distribute many books, just be nice to the people that they will appreciate you as a devotee. И даже если вы не распространяете много книг, то просто ведите себя хорошо с людьми, чтобы они, у них развивалась симпатия к этому движению, к вам как преданному. Don't forget, you should always take the addresses of the nice people. Не забывайте всегда брать адреса хороших людей, с которыми встречаетесь. Then it's the next thing, the follow-up, the second wave. И следующая ступень — это вторая волна, то есть нужно опять встречаться с этими людьми. And they should also have always invitation cards with you. И с собой всегда нужно иметь пригласительные карточки. So the people can come to our attentive programs. Чтобы можно было пригласить людей на наши программы в храме. Or invitation for the Sunday feast. Или раздавать такие пригласительные билеты на воскресный пир. And invitation for the public programs. И также приглашение на публичные программы. Even those who don't want to distribute books or cannot distribute books, they can at least go out with these invitation cards and distribute them. И даже те, кто совсем не хочет распространять книги, они могут просто выходить с этими пригласительными билетами и распространять эти билеты. And invite the people to come to our programs. И приглашать людей приходить на наши программы. Because here, still in this country, people are very curious to find out about something higher. Поэтому, потому что все еще в этой стране люди еще такие любопытные, они хотят обнаружить что-то более возвышенное. Don't be hopeless. Не чувствуйте себя безнадежными. There's great hope. Есть очень большая надежда. Have to be positive. Мы должны всегда быть позитивно настроены. Actually, whole Russia, whole world is favorable for Krishna consciousness, Prabhupada is saying. На самом деле, Прабхупад говорил, что вся Россия, весь мир, они благоприятно расположены к сознанию Кришны. It's actually fact. И это на самом деле так. If you do it in the proper mood, proper consciousness, the whole world will be favorable. Если вы делаете это в правильном сознании, делаете это должным образом, то весь мир будет благоприятно, хорошо настроен в сознании. Because everyone wants to be happy. Поскольку все хотят быть счастливыми. In the material world there is no real happiness. It's only mixed with misery. Но в материальном мире нет истинного счастья, все это смешано со страданием. So real happiness we have to be convinced, it's only available in Krishna consciousness. И мы должны быть убеждены, что настоящее счастье доступно только в сознании Кришны. By going out in Sankirtan, distributing these books and reading also these books, and that's the greatest happiness. И мы должны быть убеждены, что читать эти книги и потом выходить и распространять их, это и есть высшее счастье. And we always see, if you see a movie about Sankirtan or pictures from Sankirtan, from people who bought books from Sankirtan devotees. И когда бы мы не видели фильмы о Санкиртане или видели фотографии тех людей, которые приобрели книги. And also those who have their own experience by going out. И также те, кто, у которого есть опыт, у самих выходить и распространять. The people are so happy by receiving these books. Люди, мы видим, что люди так счастливы получать эти книги. They change on the spot. Они меняются прямо на месте. It's a miracle. Это просто чудо. Just 1 second or 1 minute before they met me, the devotee, they were so much full of problems and anxiety. То есть за минуту до того, как они встретили преданного, они были полны проблем и всяких беспокойств. What to do? How to get more money? Что делать, где достать деньги еще? Oh, problem with the family. Проблемы с семьей. Problem with my wife and the children. Проблемы с женой и детьми. Problem with the boss. Проблемы с начальством. Problem with business. Проблемы в бизнесе. And people have so many problems. У людей так много проблем. And even if they have no problems, when they meet the devotee, then they can become all happy. Но даже если у них нет проблем, все равно от встречи преданных они чувствуют счастье. Even they are skeptical in the beginning. Даже если вначале они немного скептически относятся. So many people in the beginning they are skeptical. Посмотрите, так много людей относятся вначале с недоверием. But because the devotee speaks nicely to him. Но поскольку преданный очень хорошо с ним проповедует ему. Smiles a little and gives him some, speaks some sweet words. Улыбается и говорит какие-то сладкие речи. Then immediately the person becomes happy. То
То человек сразу же чувствует себя счастливым. Actually, people that don't buy the book, they buy the person who sells the book, the devotee. Действительно, эти люди покупают не книги, они покупают преданного, который продает эти книги. If the devotee is sympathetic, then the people will buy. То есть, если они относятся к преданному хорошо, то они будут покупать. If they are not sympathetic to them, then they will not buy. А если преданные к ним тоже сам хорошо не относятся, то они не будут покупать. So we have to be convinced, you know, we have the best product. Prabhupada's books are the best product in three worlds. Поэтому мы должны быть убеждены, что у нас самый лучший товар. То есть, книги Прабхупады это самое лучшее, что есть. Because it's pure Харикатха, Кришна Катха. Это чистая Харикатха или Кришна Катха. Pure message of Krishna and the pure devotees. Чистое послание чистых преданных и Кришны. So it's the greatest gift, the greatest opportunity to come to a book of, to get a book of Srila Prabhupada. И это великая возможность соприкоснуться с этими книгами Шрилы Прабхупады. The devotee should be very enthusiastic to distribute these books. И преданный должен быть очень энтузиастичным, распространяя эти книги. Very joyful. И очень радостным. Don't be unhappy, oh now again we have to go marathon, again distributing books. Мы не должны чувствовать несчастье от того, что снова мы должны выйти на марафон и снова распространять книги. Oh, it's so cold, hopeless. Но там на улице так холодно и все так безнадежно. People are so heavy. Люди такие... They're not interested, they're so heavy. Они не интересуются, им это совсем не нужно. This may be. Может быть так. But Lord Chaitanya can change completely the whole atmosphere. He can break the whole situation. Но Господь Чайтанья может в мгновение ока изменить всю ситуацию или изменить всю атмосферу. And it can become like Vaikuntha. И все может стать как... Это место может стать подобным Вайкунте. It's our consciousness, you know. Все зависит от нашего сознания. If proper positive consciousness, then people, the whole scene will become positive. То есть, если у нас хорошее, правильное сознание, мы настроены позитивно, то все люди, они также будут настроены позитивно. And if we are negative and hopeless, then nothing will happen. А если мы... У нас нет никакой надежды, и мы... мы не верим в то, что это произойдет, то тоже ничего не произойдет. Krishna reciprocates with our desires. То есть Кришна отвечает на наши желания. Etamam pravadyante tam satayam chamyam. The way we surrender to Krishna, Krishna will reveal himself accordingly. То есть как мы предаемся Кришне, так Кришна и является нам. Well, you have to understand, it's a wonderful opportunity. Now again, we will take part in the marathon, and as many devotees as possible should go out. Но мы должны понять, что это очень благоприятная, хорошая возможность, и поэтому как можно больше преданных должны выйти в этот марафон. Especially, this marathon is actually the prelude to the Srila Prabhupada Centennial. На самом next деле, year. Этот марафон является как бы прелюдией к столетию Шрилы Прабхупады, которое будет в следующем году. It should be an historical marathon. Этот марафон должен войти в историю. Everyone tries the best. И все должны попытаться сделать все, что могут. Everyone should distribute at least one book. Every member of Krishna Consciousness Movement should distribute at least one book. И каждый член движения сознания Кришны должен, по крайней мере, распространить одну книгу. Or a magazine. Или журнал. Or a booklet. Или буклет. Now this Prabhupada booklet will hopefully come out. Надеюсь, что скоро выйдет этот буклет о Прабхупаде. 16 page. В нем будет 16 страниц. This will be distributed also in these marathons. И в эти марафоны мы тоже будем распространять эти буклеты о Прабхупаде. So everyone should try to distribute at least one book a day. Поэтому каждый должен, по крайней мере, попытаться распространять по одной книге в день. Here in Russia we have maybe 10-20,000 devotees. You know, if everyone distributes one book, you know, it's 10,000 books minimum a day. То есть, если здесь у нас примерно в России 10-20 тысяч преданных, то даже если по одной книге каждый будет распространять день, то каждый день у нас будет распространяться 10-20 тысяч книг. That means the whole marathon you can practically distribute between 300,000 and a half a million books. То есть, за марафон можно распространить это от 300 до 500 тысяч книг. Just one book per day. То есть, если бы просто распространять каждый по одной книге в день. For next year then, everyone should distribute at least 100 book a year. 108 is better. Only number. В 96-м году нужно распространить, каждый должен распространить по крайней мере 108 книг, то есть это святое число. So we can all remember 108. Чтобы все могли помнить 108 книг. Not our pop group.
108. Не рок-группа, это 108. From America. I mean 108 books. То есть надо распространить по 108 книг. But that we should do. Вот это мы должны сделать. Or one book a day for the whole year, next year. Или можно 365 books. Распространять по одной книге каждый день весь год, то есть получится за год 365 книг. And especially also distribute a lot of invitation that the new people will come to the temples and to our programs. И также мы должны распространить очень много пригласительных этих билетов, чтобы много новых людей пришло в наши храмы и на наши программы. Like in Berlin, in Germany. Как, например, в Берлине, в Германии. Говинда Центр. Говинда, это called. У них есть центр, который называется Говинда. They call it Vedic. Culture, it's a culture center. Это, они называют это культурным центром. But always the same people came for years. Но год за годом приходят одни и те же люди. And ask the devotees, what do you do? That they're only the same people, that no new people will come. И спрашивается, что же делают преданные, почему приходят только старые люди, а новые не приходят. So ask them, you distribute invitations, you have posters to hang up in the city. Я спросил у вас есть пригласительные билеты, которые вы распространяете людям, чтобы они приходили? He said, no. Они сказали, нет, ничего такого. Нет. So then I told them, how we can expect that people will come if you don't make propaganda? И тогда я спросил их, как вы думаете, что вы ждете, что люди придут просто так, то есть без всякой рекламы, без всяких приглашений? Because so many books are maybe distributed, you know, but now we also have to invite the people to come to the center so they can inspire them to read the books and become devotees. Да, может, мы распространили много книг, но нужно еще приглашать этих людей, чтобы они приходили в наши центры на программы и вдохновлять их читать эти книги и становиться преданными. So then they started to print invitation cards. И тогда они начали печатать эти пригласительные билеты. And they had a poster. И у них был такой плакат. Hanging up, you know, for the Sunday feasts. Они развесили про воскресный пир такие фишки. And Ravi Sankirtan devotee distributed the books, with the books, they gave an invitation card. И каждый преданный санкиртан вместе с книгами еще раздавал эти пригласительные билеты. They go on Harinam on Saturday and distribute many invitation cards. И в субботу на Харинамах они тоже распространяли эти пригласительные карточки. And then all the congregation members, you know, they got the invitation cards and they were distributing it to their friends and to wherever they were working or whoever they meet, wherever they go. И все прихожане также распространяли эти пригласительные билеты своим друзьям и на работе, и везде, куда бы они ни ходили. So this way, this so many posters were hang up in the city. И в городе много было развешено афиш. They went to the stores and asked them, you know, that they can hang it up in your window. Они пошли по магазинам, поспрашивали, можно ли у вас повесить на окнах эти афиши. The universities. Они также пошли и делали это в университетах. Campuses. В городках студенческих. And the restaurants, you know, the young people are. В ресторанах, которые приходят покушать молодые люди. So this way, many more new people can. Immediately in 1 week, in the same week when they made their first endeavor, you know, practically already doubled. Double as many people came than before. И практически в первую же неделю, как они начали этим заниматься, сразу пришло в два раза больше людей. And they also buy books again. И они также покупали снова книги. Because naturally at Govindas or in the temple, then you should have a book exhibition. Потому что и в Говинде, и в храме у нас должно быть то есть стоять книги. Posters, incense, prasadam. То есть должно быть благовоние, прасад, книги. Tapes. Записи. Should be that the people, you know, they come here, you know, they come like it opens a window to the spiritual world. То есть люди должны приходить сюда, и это должно быть подобно, как раскрываются окна в духовный мир. Actually, they enter the spiritual world when they come to the centers, Govindas, or to the temple, or to a public program. В действительности, они и приходят в духовный мир, когда они приходят в храм, на программу или в Говинду.
So this is why people will become favorable. They will know who we actually are. И если люди узнают, кто мы на самом деле, они будут хорошо относиться к нам. Don't want to exploit the people. We want to actually give the people something. We should love them. Мы не хотим просто использовать людей для собственного какого-то удовлетворения. Мы должны любить людей и пытаться дать людям это. То, что у нас есть. And if all the devotees have a favorable attitude like that. Если все преданные будут так настроены, then Krishna consciousness will distribute like crazy. То сознание Кришны будет распространяться очень быстро. Even better than before here in Russia. Даже лучше, чем в те времена в России, когда здесь очень много. The beginning years here of Russian Sankirtan, you know, the books are practically going out and by themselves. Было время, когда в России книги сами собой уходили. You didn't have to preach much or explain much. Не нужно было много проповедовать и много объяснять. It was something new for the people. Для людей это было чем-то новым. And the devotees without big great endeavor, you know, they could distribute hundreds and thousands of books. И без всяких усилий преданные могли распространять сотни и тысячи книг. But now we have to endeavor a little more. Но сейчас нужно немного больше усилий прилагать. But behind every endeavor is also a result. Ну, за каждым усилием, с каждым усилием приходит какой-то результат. Without endeavor is no result. Но если не прилагать никаких усилий, ничего не делать, то не придет никаких результатов. Especially in the long term. Особенно если смотреть в будущее. So it's Krishna's mercy that we have to endeavor a little more now to distribute the books and to make the people favorable to Krishna consciousness. Поэтому это милость Кришны, что сейчас мы должны немного больше прилагать усилий для того, чтобы распространять эти книги и благоприятно настраивать людей к сознанию Кришны. It's a challenge for ourselves. Это должно быть как вызов для нас самих. Don't think that the initiation is everything. Не думай, что инициация это все вообще. No, then spiritual life just starts. Then we become responsible to the spiritual master and his mission. Нет, инициация только все начинается. Тогда мы именно в момент инициации мы обретаем ответственность перед духовным учителем. Otherwise, the change of our names will not help us, you know, to become more Krishna conscious. А в противном случае просто поменять имя не поможет нам в сознании Кришны. It's not the name. То есть имя это не самое главное. It's our change of heart. Должно произойти перемена в сердце. And the endeavor, you know, to please spiritual master in his mission. Мы должны предложить усилия, чтобы удовлетворить духовного учителя, занимаясь этой миссией. And every disciple should follow the mood of his own guru, his spiritual master, you know. И каждый ученик он должен следовать настроению, которое есть у его гуру. We should not imitate. We should not follow others' mood. We should follow the mood of the guru. Мы не должны следовать настроению других людей. Мы должны следовать настроению нашего гуру. And the mood of guru is very clear, you know. We want to distribute, print and distribute and Krishna consciousness literatures and also make as many devotees, bring as many people to Krishna consciousness. И это настроение духовного учителя, оно очень ясно. То есть он хочет, чтобы как можно больше книг было напечатано, распространено, и чтобы как можно больше количество людей стало преданными. So a sincere disciple, therefore, he will become like an assistant of the guru in spreading Krishna consciousness. Поэтому искренний ученик, он будет помощником духовному учителю в распространении сознания Кришны. Guru accepts a big burden on his shoulder, given by his guru. И гуру, он принимает очень большую ношу, которая дает ему его духовный учитель Шрила Прабхупада. So now a sincere disciple should not give him more burden, he should take some of the guru's burden and accept it on your shoulder. И ученик, он не должен еще больше, то есть делать это время еще тяжелее. Он должен взять немножко духовного учителя и помогать ему нести. Not that the poor spiritual master has to always accept all the loads and problems on himself. А не так, что бедный духовный учитель должен принимать на себя все эти все проблемы, которые есть. No, we should also take something on our shoulders. Нет, мы тоже должны на наши плечи тоже что-то взять. And the more you take responsibility on your own shoulder, the more you can make advancements. И чем больше вы принимаете ответственность на себя, тем больше продвижения вы сможете совершить. The greatest responsibility now we have to our guru is to spread the mission of his guru.
И самая большая ответственность, которая у нас есть, это распространить миссию, то есть выполнить миссию нашего духовного учителя. Then we will become perfect. Тогда мы достигнем совершенства. That's the perfection of life. В этом и есть совершенство жизни. So therefore this mission of Guru should become our life and soul. Поэтому миссия Гуру должна стать нашей жизнью и душой. So there are some questions. Есть какие-то вопросы? Участие в марафоне распространения книг лидеров храма. The temple presidents and the temple leaders that have to give at least if the warm clothes, especially now in the winter. Они должны удовлетворить преданных в отношении просады и теплой одежды, особенно зимой. Они должны подготовить хороший фестиваль Санкиртана. То есть за неделю до марафона и после марафона. Nice kirtans. Которые должны быть хорошие киртаны. Nice, inspiring lectures. Хорошие, воодушевляющие лекции. If possible, they should also go out themselves. Если возможно, они также должны сами выходить. So whatever duties they have, what normally has, you know, we should try to do them before, that in this marathon time, they have at least a few days. Or even a week or two, where one can take fully concentrate on distribution of books. Мы должны постараться сделать свои обязанности, выполнить свои различные обязанности до марафона, чтобы в марафон хотя бы 1-2 дня или лучше неделю или несколько недель они могли бы посвятить все свое время полностью только распространению книг. Because if the leader goes on Sankirtan in the marathon, then devotees will become very much inspired. Поскольку если лидеры также выйдут в этот марафон и также будут распространять, то и преданные очень вдохновятся этим. Will be very nice example. Это был бы очень хорошим примером. Then others also will go out. И если лидеры будут выходить на санкиртану, все остальные также будут выходить. We cannot demand and push the devotees to do something, you know, if we don't do it ourselves. Мы не можем требовать от преданных чего-то и подталкивать их делать что-то, если мы не делаем это сами. It will be more difficult then. В этом случае это будет более сложно. Actually, sometimes it's not possible because temple leaders also have other responsibilities. Конечно, иногда это невозможно, поскольку президент храма имеет очень много других обязанностей. But to organize Sankirtan is also Sankirtan. Но организовывать, все устраивать для совершения Санкиртана, это также Санкиртан. So we need not only book distributors, we need also organizers of Sankirtan. Поэтому нам нужны не только распространители книг, нам нужны те, кто будет организовывать все для Санкиртана. Gaubhata was saying, you know, if you become a Sankirtan leader, or a group leader, or organizer of Sankirtan, then you do the better. You can do more service. It's a better service than you do by just distributing books for yourself. Ишила Прабхупада говорил, что стать лидером Санкиртаны, лидером группы преданных распространяющих книг, или менеджером, который организует для Санкиртаны что-то, таким образом можно сделать еще больше служения, чем выходя просто и распространяя книги самому. How many books you can distribute by yourself? Сколько книг вы можете распространить сами в одиночку? Whatever I do, it's limited. Все, что мы делаем, это ограничено. But if you can inspire, you know, and organize Sankirtan, you know, for a whole group or even for 20-30 devotees. Но если вы сможете организовать все для, необходимое для Санкиртана и вдохновить группу преданных или даже 20 или 40 преданных,
then also something will go to some of the credit will also go to the leader, to the organizer. То часть заслуги за совершенное служение также достанется и тому, кто все это организовал или ведет. Generally 25% goes to the leader. И обычно 25% идет к лидеру. 25% is favorable or also unfavorable. He will get a reaction for it. If it is if he's not training his people properly, and if he's training properly, he gets 25% profit, otherwise he gets 25% negative, I would say. Minus. То есть 25% он получает, ну, как бы, благо, то есть от общего числа. Но если он неправильно поступает и неправильно организуется, то он также 25% получает, как бы, негативных реакций. Actually, behind every good movement with spreading is a good management. На самом деле, за каждым движением, которое хорошо распространяется, то есть стоит хороший менеджмент. Or company. Has to be company nowadays is mostly management. То есть компании в наши дни, в основном они и состоят из вот этого, то есть руководства, когда все организовывается. Karmis are expert in management. Карми, они очень опытные в менеджменте. They spend so much money and energy just for management. Они так много денег и так много сил тратят на то, чтобы все хорошо организовать. They do so big. They make millions of it. И поэтому они достигают такого успеха, они столько много всего делают. So the power is the good management behind everything. Поэтому сила, могущество лежит в хорошей организации, которая должна стоять за движением. Management means brain, you know, some intelligence. Management значит, что должны быть мозги, какой-то разум должен. So if the if you have a good management, you know, then half of the work is already done. Если у нас все хорошо организовано, то 50% того, что мы должны сделать, уже сделано. At least a quarter, therefore 25% you will get minimum. Или, по крайней мере, 25%, поэтому он получит 25% также. Actually, good managers, you could get 50%. На самом деле, хороший организатор, он получает 50%. Or even 100%. Или даже 100%. So this is very important, you know, that everything is set up properly, you know. Поэтому очень важно, чтобы все было правильно организовано. If you go to war, you know, you cannot just go on war, you know, unsystematically. There's big management behind. То есть мы не можем просто начинать войну, если, то есть без какого-то плана и очень хорошо разработанной тактики. And for the good manager is actually the best preacher, is the best sankhita in the world. Поэтому самые лучшие менеджеры, они являются самый лучший лидер, это тот, кто самый лучший распространитель книг. Maybe he doesn't go out so much. Даже если он сам много не выходит уже. Doesn't matter, but he distributes so much by his management, by his inspiration. Но он очень много распространяет благодаря своему менеджменту, своей организации и благодаря тому, что он вдохновляет других. It's two kinds of intelligence, Prabhupada told. Lazy intelligence and active intelligence. Прабхупада говорит, что есть два вида разума, то есть активный разум и ленивый разум. Active intelligence means you want to everything do by yourself. Активный разум значит, что вы хотите сделать все сами. But how much we can do by ourselves? We are limited. Но мы ограничены, сколько мы можем сделать сами. Lazy intelligence means you know you coordinate or to make a nice management in order that others can do it. А ленивый разум значит, что вы организуете других, чтобы они делали все очень хорошо. So this is better. It's called lazy intelligence. И это лучше. Такой вид разума называется ленивым разумом. Because with lazy intelligence you can engage hundreds of people. Потому что с помощью такого разума, обладая таким разумом, можно занять сотни людей. If you want to do everything by yourself, how much you can attain? Но если вы хотите делать все сами, то есть собственными руками, то вы не так много сможете достичь. You just kill yourself. Ну просто умрете от перенапряжения. And for all the active managers with 40, they get mostly a collapse. Поэтому большинство менеджеров, они выдыхаются. Nerve collapse. То есть у них нервы не выдерживают. Nerve breakdown.
нервное средство. And then many good cooks also, drivers, who are not spaced out. То есть также должны быть хорошие повара и водители должны быть хорошие, не должны быть рассеянными. Driver is also sankirtan devotee. Without driver, cannot go on sankirtan. То есть водители, они также являются преданными санкиртами, потому что если у вас нет водителя, то вы не сможете никуда поехать на санкиртан. But you should not be spaced out and make accident. Но водитель не должен быть рассеянным и не должен попадать в аварию. Because Maya is also marathon. Потому что Maya в марафоне тоже есть. So if you are a little unattentive, maybe she crashes our car, sankirtan van, and then finish, the whole marathon finish. Если мы будем немножко невнимательными, то мы можем разбить нашу машину, и на этом наш марафон закончится. You should already check the car, and you don't have to check it in the marathon time. You have to check it now, that everything is ready. Поэтому мы должны проверить все и отремонтировать наши машины до марафона, то есть чтобы к марафону уже все было готово. The good cooks who can cook light, not heavy like stone or beton. Должны быть хорошие повара, которые готовят легкий просад, а не такой просад, как бетон, тяжелый. For those of you who don't know how to cook light, I have one devotee here, one Mataji from Finland, Vishwa Pavani. She knows very good how to cook light. И для тех, кто не знает, как готовить легкий такой просад, то здесь есть одна Мададжи из Финляндии, Вишва Павани, которая знает, как хорошо готовить такой легкий просад. So you can approach her, get some recipes. Вы можете обратиться к ней и взять у нее рецепты. Actually, the cook is the secret sankirtan leader. На самом деле, повар — это тайный лидер санкиртана. If the cook is good, you know, then he can actually inspire the whole sankirtan party to do big. Действительно, если повар хороший, то он может вдохновить всю группу санкиртана и распространять много книг. And if the cook is in Maya, you know, then the cook's very heavy, you know, then all the devotees will be like that. And with the time, they will have the stone in the brain, you know. Если повар он и если он готовит очень тяжелый просад, то преданным тоже будет очень тяжело, и постепенно у них в голове вместо мозгов будет камень. Because if you have problems in the stomach, it also grows and comes in the brain, and if you have problems in the brain, it will go to the stomach. И также, если у вас есть проблемы с желудком, то эти проблемы также идут в голову. Если есть проблемы в голове, то это также отражается на желудке. So you have to learn how to cook more healthy and light. Должны научиться готовить более здоровую пищу и более легкую. Then you can go a few years longer in sankirtan and do devotional service without becoming an invalid. Тогда вы сможете на несколько лет больше заниматься санкиртаной и не станете инвалидами. One recommendation is, reduce practically to nothing the white sugar. И одна из рекомендаций – практически к нулю свести употребление белого сахара. Gradually, reduce it to zero. То есть вот этого рафинированного сахара нужно практически к нулю свести его употребление. Or little quantity. Или хотя бы до очень маленьких количеств. And also salt. Reduce the salt that you use now, if you use much, half of it. То есть можно, если вы много используете соли, можно наполовину, то есть сократите соль, употребление соли. And white grains. И также white flour. Белой муки. So then you will get some energy for sankirtan. Тогда у вас появится энергия заниматься санкиртаной. Everything else is poison. Все остальное просто яд. Time bomb. Или мина замедленного действия. Начинается подготовка к марафону и как вдохновить преданных и себя. The sankirtan leader should prepare. He should sit together with all the sankirtan party leaders and make a plan. Вы должны собраться все лидеры групп санкиртаны и разработать план. Where to go? Куда идти? That you have enough books.
чтобы обеспечить достаточное количество the devotees have the proper clothes. Проследить за тем, чтобы у преданных были that all the cars are vans are ready. Необходимая одежда и чтобы машины были готовы. Arrange for some kirtan flats in certain regions where the devotees can stay. Снять квартиры в разных регионах, куда поедут преданные, чтобы они могли там остановиться. Cooks, the drivers. То есть, чтобы все было в порядке с поварами, с водителями. Somebody was counting the money. Ну, назначить казначеем кого-то. Without stealing it. Который не будет их воровать. Otherwise, better count it yourself. Don't trust anyone. Или в противном случае лучше считать все вашими самим и не доверять никому. So in this way, prepare, make a estimation how many books you can most properly distribute. То есть мы должны прикинуть, то есть сколько книг, скорее всего, мы сможем распространить. It means a quota, a quota for the whole group, or for the whole temple. То есть на весь храм или на всю группу нужно такую примерно прикинуть квоту, которую мы должны распространить. Can ask the devotees how many books they maybe like to distribute, and then we can see how many, and that you have enough books then in the larger. Или спросите у преданных, сколько каждый из них хочет распространить книг, планирует, и такое количество книг заготовить. And then you should have Sankirtan meeting 1 week before the marathon. И за неделю до марафона нужно собраться и сделать митинг санкиртаны. Prepare already the devotees now. That means about 2-3 weeks before the marathon you should already prepare them, you know, that the marathon is starting on the 5th December. Or 4th December. Нужно уже сейчас, за 2-3 недели, начать подготавливать преданных, говорить им о том, что скоро будет марафон, он начинается 3 или 4 декабря. I would recommend this year to start it on the 26th, because the 26th November is the till the 4th is a warm up time. То есть нужно, я бы порекомендовал начать марафон 26 ноября в этом году, поскольку это такое более теплое время. Then on the 4th the marathon is beginning, the real marathon. А 4-го уже начинается настоящий марафон. So from the 4th till the 30th. То есть с 4 по 30. That's the time for the marathon. Это время как раз для марафона. Then 1 week before is the warm-up time. То есть одно время, то есть какое-то время перед марафоном, это время, когда мы так разогреваемся, разминку нас. And then the Sankirtan meeting you should have 1 week before this, that means around the 19th. То есть где-то числа 19 за неделю до начала мы должны провести митинг Санкиртана. 19th or 20th, you should have the Sankirtan meeting. То есть 19 или 20 ноября нужно провести митинг Санкиртана. Then all the devotees will take part, also congregation, everyone should come and take part in this meeting. Все должны прийти, прихожане, все преданные на этот митинг. You can also hang up some poster or some, I would say, something written down that the Prabhupada, the marathon is coming. И можно также сделать какой-то плакат объявления, что приближается марафон Шрилы Прабхупады. Hang them up in the ashrams and the temples everywhere. И развесить эти плакаты во всех храмах, по всему храму. Чтобы преданные могли помнить о том, что приближается марафон Прабхупады. Then physically, psychically. And spiritually, you should prepare yourself already for this big event. То есть мы должны подготовиться физически, психологически и духовно к этому большому событию. I also will take part in the marathon this year again. Я тоже буду принимать участие в марафоне в этом году. So you have to give me your blessings. Все должны дать мне свои благословения. That I can do something. Чтобы я смог что-то распространить. I try to distribute something in Berlin. Я попытаюсь распространить что-нибудь в Берлине. So, maybe also can distribute one book or so, or more. Может, мне тоже удастся распространить одну книгу или больше. Although my mind, you know, if I don't go on so much on Sankirtan anymore, my mind always tells you, oh, it will be so cold, so heavy, you know. It's better, you know,
stay in your room, you know, and chant Hare Krishna and read. Хотя, поскольку сейчас я так часто не выхожу, мой ум тоже говорит, что будет так холодно, будет тяжело, можете лучше остаться в своей комнате и почитать Хари Кришну, книги побольше почитать. I'm always in anxiety before I go to a marathon, you know, so what will happen, you know, how I will survive. Я всегда переживаю перед тем, как выйти на марафон, думаю, что произойдет, что там получится, как я выживу там на улице. Will the people take the books or will they beat me down, you know, smash a book around my face? Возьмут ли люди книги или они меня побьют и возьмут книги и будут бить меня по лесу? So I'm always in anxiety, you know. Я всегда переживаю беспокойство. So I need your blessings. Поэтому мне нужны ваши благословения. Actually, I only preach to me, and on the Sankirtan meetings and lectures, actually, it's all just lectures for me. I always give a preach to me. На самом деле все эти лекции и встречи о Санкиртане, на самом деле лекции мне обращенные ко мне самому, то есть я проповедую сам себе. Preaching to my mind all the time. Постоянно проповедую своему уму. Also, you are a member already of the Sankirtan Tape Ministry? Являетесь ли вы членами Tape Ministry Санкиртана? So you should be a member of the Tape Ministry and read Prabhupada and hear the Sankirtan classes and also read the Nectar of Book Distribution. Нужно стать членами этого Sankirtan Tape Ministry, слушать записи классов по распространению книг и также читать нектар распространения книг. Сейчас на этом нам нужно. I actually only spoke more, you know, because I thought no questions are coming. Therefore I was speaking in the beginning so much. Я так много вначале говорил, потому что не видел, что вопросы приходят. Now suddenly so many questions. А тут внезапно столько вопросов. So what to do now? Let's stop now. It's 9:00. Что делать сейчас? В 9:00 мы должны остановиться. Hare Namo Krishna Yadavaya Namaha. Hare Haraya Namo Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Srimadu Sudha. 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 Giridhari Gopina Madanamoha. Giridhari Gopina Madanamoha. Giridhari Gopina Madanamoha. Giridhari Gopina Madanamoha. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Thank you.
Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Сита Хари Гуру Вайшнава Бхагават Гита Хари Гуру Вайшнава Бхагават Гита Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jasachinandana Gora Hari, Jasachinandana Gora Hari, Jasachinandana Gora Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari, Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Haribo, 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 Gaura Haribo, Gaura Haribo, Gaura Haribo. Вопросы по Санкиртане. Есть еще вопросы? Otherwise, we use these ones we have here. Или мы будем использовать вот эти, которые здесь есть? But before I forget, чтобы не забыть, я хочу сказать, who of you comes for the Sankirtan festival in Moscow? Кто из вас приедет на фестиваль Санкиртаны в Москву? January. В январе. January. В январе, кто приедет? Because we want to make some dramas about Sankirtan. Мы хотим сделать спектакль о Санкиртане. So who is talented? Who is inspired to make drama? У кого есть талант ставить спектакли? А ну, пани, в Германию едете? Но если вы останетесь здесь, то можете также поставить спектакль. Вместе с преданными из Архангельска. Нергуна.
или Снегуна, которые также пригласили на фестиваль в этом году. У нас там будет очень хорошее представление. Наталья, у вас также? У вас, вы тоже хороший актер, Наталья. Вас Наталья зовут? If Mani Manjari will make a drama, I can play role. Can I play your dad? What does it mean? Значит, обманывать людей, распространяя книги, и как распространять книги на основе самой книги. Слышно, преданным? Everyone hears? Все слышат? Ну. Нам тогда поближе подвинуться. Не бойтесь, мы вас не съедим. Может быть, стол убрать вообще? Я не волк. Теперь всем слышно. Не слышишь, Бахарина, что ты это? Вот даже не туди, тучи. Что значит, еще раз, обманывать людей, распространяя книги? И как распространять книги на основе самой книги? Там что-то слышно в конце? А те, кто в конце, там совсем сидит, им неинтересно, да? Просто сидят. Just sit. Они просто там сидят, не нужно слушать, да? Anyway, about cheating, in this country we already know enough, no? What is cheating? Ну, об обмане в этой стране мы, наверное, уже много знаем. I have to explain more? Еще нужно объяснить что-то. And if you don't know about that this is cheating, then I will not tell you, otherwise you maybe will do it. А если вы не знаете, что такое обманывать, то, наверное, я вам лучше не буду рассказывать, а то вам захочется этим заняться. Я не буду вам давать разум и объяснять, как это делать. Как лучше обманывать. Лучше я вам расскажу о положительных сторонах, как нужно распространять книги. А не об ошибках, которые мы можем совершать. Positive means, you know, you should find, how to say, you have to find out the people. And meet them in a way, you know, that they can present them the books in such a way. No. That they don't feel cheated after they open the book. То есть необходимо найти людей и так преподнести им книги, чтобы после того, как они откроют книгу, они бы не почувствовали, что их обманули и дали им что-то не то, о чем говорилось. Это значит, что мы должны непосредственно представлять книги, как они есть. То есть представлять прямо книги не значит, что нужно рассказывать всю философию. Но что-то о книге необходимо сказать.
and now we have so many different kinds of books. We have Bhagavatam, we have Bhagavad Gita, we have Krishna book. И у нас так много разных книг есть, Бхагаватам, Бхагавадгита, Кришна Бук. И нектар преданности. И у нас есть много книг, о которых мы можем рассказывать им. То есть об источнике вечного наслаждения можно сказать, что это древние такие старые старинные истории о жизни в древней Индии. Actually, we had to tell them, you know, in India, you know, there was not the people were more, I would say, cultured. They had a high culture. И мы можем сказать, что в Индии люди обладают более высокой культурой. Known as the Vedas, you know, Veda means, you know, they have it means knowledge. То есть у них есть веды. Веды значит знания. It means this knowledge attains, you know, philosophy. И вот это знание, оно содержит и философию, культуру. Of the politics. Также там есть знания политики. And of the, in the center. И все это в центре всего этого стоит Бог. И вы должны научиться людям представлять, объяснять им, в чем заключаются истинные ценности жизни. То есть мы можем объяснить им, что люди так много страдают в обществе, так много различных проблем. И все это происходит от того, что люди не научились жить так, чтобы в центре стоял Бог. И многие люди также не знают, кто такой Бог. Как он выглядит и как он живет. И вы можете сказать, что вот у нас есть эти книги, в которых описывается, как Господь приходил и как он действовал, и что он делал, как он провел время здесь. И это все содержится в форме истории, которые можно читать даже детям. Как, например, вы читаете Библию, но Библия это очень сложная книга, не так ли? Но из этой книги намного легче понять, намного легче ее читать и узнать о том, кто такой Бог, как его зовут, с чем он занимается. И в ней также очень много очень интересных историй, приключений. Как, например, история мифологическая. Или как сказки, но это не просто сказки или мифы, это события, то есть былины, события, которые на самом деле имели место. И эти книги передаются от мудреца к мудрецу через тысячелетия. И сейчас впервые эти книги стали доступны на русском языке, они переведены с санскрита. И если вам интересно, у меня здесь есть книги, в которых содержатся изначальные древние тексты на санскрите. И в этих книгах содержится больше философии, вы можете показать Бхагавадгиту. И можете спросить, и что вам больше интересно, то есть вы любите больше истории или любите больше философию? То есть из философии вы сможете понять, что а больше о ценностях жизни и также можете понять, кто мы и как мы должны действовать.
the computer, and as we can act more purely, more successful, also material and spiritual things. И также в этих книгах объясняется, как больше поглотиться, более внимательно совершать свою деятельность и как достичь успеха и в материальной жизни, и в духовной жизни. И сейчас эта философия доступна каждому. И особенно для разумных людей. И после этого вы можете сделать им комплимент, сказать, по-моему, вы... Для меня, мне кажется, вы тоже разумный человек. То есть необходимо хвалить людей, делать им комплименты. И можно сказать, что можно выразить, что эти люди, они хорошие, и мы хотим дать им что-то хорошее, чтобы сделать им приятно. Because if the person sees that establish some personal contact. Поскольку люди видят, что если вы можете установить с ними какие-то личные взаимоотношения и быть с ним дружелюбными, тогда они, естественно, будут вам отвечать взаимностью. Мы не должны на первый план ставить деньги. Поскольку если люди заинтересованы, они сами собой заплатят необходимую сумму. И больше всего люди не любят нас в тех местах, где мы даем, так сказать, сначала как бы бесплатно книги, а потом просим за них что-то, после того, как мы им дали уже бесплатно. Мы должны понять, что если мы раздаем что-то бесплатно, после этого мы не можем просить у них что-то. То есть то, что бесплатно, это бесплатно. Вы не можете сказать, дать им целый комплект и сказать, это вот для вас. А потом сказать, ну, мы, вы нам после этого, ну, еще что-то нам дайте за это, конечно. И может быть они дадут вам 50 тысяч рублей. И вы скажете, ну, извините, но это стоит 500 тысяч, это не 50 тысяч. И они скажут, ну это слишком дорого. Или вы можете сказать, что, ну может еще немножко дадите. То есть, может, они дадут вам еще 100 тысяч, но вы еще не удовлетворены, вы говорите, давайте еще немножко. То есть, вы должны ясно сделать, люди должны ясно представлять себе, что эти книги чего-то стоят. Что это не бесплатные книги. Хотя мы хотели бы вам дать эти книги бесплатно, поскольку вы очень хороший и очень разумный человек. И хотя я знаю, что в наши дни у людей не так много денег, и вы тоже не выглядите как миллионер. Но мы также должны платить за печатание этих книг. И мы не хотим просто наживаться на вас, продавая вам эти книги. И тогда вы можете сказать им, но мы просим только цену, которая необходима для того, чтобы нам можно было заплатить за то, что мы напечатали эти книги. И все, что вы дадите больше, это для нас. И после этого вы можете показать им альбом с Food for Life, какую-то информацию сказать о наших образовательных центрах, о храме. То есть, что это, если вы дадите больше, это пойдет на наши программы. То есть у каждого из вас должна быть такая папка, в которой будет объясняться, то есть деятельность, которой мы занимаемся.
nice people, you know, from Russia and also from abroad. И может быть там тоже такие как бы от нас должны содержаться благоприятные отзывы о нас каких-то известных людей. And also have some pictures from India, from iPhone project. И в этой папке также может быть в этом альбоме может быть также фотографии Индии Майпурского проекта. Food for life. Из Чечни фотографии. Чечня, Грозный. Можно фотографии, чтобы в альбоме были фотографии оттуда. То есть и тогда люди хотя бы в общем представят, чем мы занимаемся. И вы можете им сказать, что вот мы добровольцы. И мы распространяем эти книги, потому что мы не хотим только то есть для себя это знание держать, мы также хотим поделиться им с вами. Поэтому мы должны попросить у вас что-то за эти 7 книг. И тогда вы можете сказать им о цене, что обычно такие книги стоят столько-то. Но сегодня мы даем их за полцены или что-то вроде этого. Сколько сейчас 7 книг стоит? 200? 150,000 рублей.